все, лежи. Подольше подержать, потом посидеть 30 минут к врачу. Достать вакцину, обработать, вскрыть – на это у медсестры уходит меньше минуты. А на кушетке уже следующий пациент. Дмитрий рассказывает, чтобы закатать рукав для укола, пришлось ждать несколько дней. Предложили, конечно же, этот день. Ну, естественно, посоветовавшись с возможностями с моими. На складе ФМБА препарата на 2000 человек привили уже 500. Остальные терпеливо ждут своей очереди. Лист ожидания растянулся до конца следующей недели. Это и сотрудники предприятий, и обычные пациенты. Скоро придет новая партия в 5000. Но пока здесь в приоритете только прикрепленные к учреждению. У нас есть один нюанс. Вакцинация у нас проходит строго по записи. Почему по записи? Потому что у нас флакон идет на 5 человек, то есть он многодозовый. Вакцина будет готовиться непосредственно для этой пятерки, она будет размораживаться, поэтому если вдруг какой-то человек не пришел, то остальным людям мы не сможем просто вести вакцину, придется ожидать следующую партию. Мы все-таки пока прививаем, конечно, прикрепленное население. То есть при себе нужно иметь полис, СНИЛС, паспорт. Прививать всех желающих начали сразу же после праздников. Чтобы получить укол, лучше записаться заранее. Сделать это можно в любой городской поликлинике и несколькими способами. Например, позвонив на горячую линию. Для этого сейчас работают два номера. Либо зайти на веб-регистратуру или госуслуги. Ну или по старинке обратиться в регистратуру лично или по звонку. Я решила пойти по прямому пути, позвонить в свою поликлинику и заодно сразу же узнать, есть ли у них вакцина. Здравствуйте, я бы хотела сделать прививку от коронавируса. Фамилия, имя, завтра пойдете? Завтра пойду. Тиля Анастасия Николаевна. Так, здесь у нас хранится вакцина. Сейчас на данный момент находится компонент номер 2. Его ставят 21 день спустя. В этой поликлинике на правобережье массовая вакцинация временно на паузе. 990 доз первого компонента закончились. А пока медики заполняют регистр и записывают новых желающих на очередную партию. Возможно записаться открытые слоты. Это на 10, 11, 12 число и далее. До этого уже как бы расписано. И люди, может быть, и испытывают какое-то определенное недовольство. Но всех звонящих, всех обратившихся в поликлинику по вопросу вакцинации, мы их записываем на последующие дни. То есть их вопрос решается, просто нужно подождать немножко. Подождать придется и ачинцам. Там вакцина тоже закончилась. У колодца успели 600 человек. Но запись открыта. Со дня на день поступит еще партия. Препарат во все краевые поликлиники везут дозированно и в разных объемах. В Канске после почти недельного перерыва процесс снова пошел. И уже ждут очередную поставку. Здесь планируют каждую неделю прививать по 400 жителей. Анастасия Тилия, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.